царапина. А что они все туда завалились? Там же вот, видишь, тут солнышко мало. Все разные. Смотри, Адуль, какая. Вот смотри, голубая, синяя какая-то. Синяя, желтая смесь получилась. Вот это да. И постукивай, они придут к тебе. А вот она, белочка, сидит. Вот. Видишь, на дереве. Вот. Ты умничка, иди. На. Все, не бросай. Ой, нашла. Нет, разломают они легко. Давай вторую. Стучи орешками. Они уже знают же звук орешка. А где та кулемка, которая унесла? Орех унесла, которая. Еще сорока прилетела. Тоже скажи, хочу орешек какой-нибудь. Стучи, стучи погромче. Тебе кармашек положи свой. Аделя привлекает белочку. Звук орехов они любят. Где? Опа. Что, идет? Ну, та сейчас съест и обратно придет, наверное. Думает, что за царевна пришла нас кормить орехами с венком на голове. Ну, белочки, где вы? Красотулечки. Кидай, маленький, красный кидай, красный кидай. Красный орех кидай, земляной. На. А, она хитрушка в этом взяла, который ты положил. Вон она бегает, вон она. Ты сильно не стучи, когда она уже появляется. Не пугай. Да, она уже брала, придет. Ух ты, какая хитрушка. Чипсы, я не говорю же, подсаженные уже тоже. Адель, еще. Там же? А, оттуда же идет один.
чипсу сгрызла. Надо ж. Видишь, не только вы любите чипсики, уже белочки любят. Сейчас это придет, она сейчас доест, она даже не уходит никуда. Ну, вторая тоже придет сейчас. В следующий раз можешь им облегчить задачу, чипсы приносить тогда, а не орешки. Ну давай быстрее доедай. У нас кошечка быстрее съедает. Она замерла, что ли? Все, не стучи, руку просто протяни. Стучи орешком. Протяни теперь ручку, протяни. Это, походу, чипсоедка у нас. Будет сейчас. Подойдет сейчас. Инстинкт. Инстинкт. Это уносит к себе в норку, наверное. Боже. И сидит, главное, далеко не уходит. Наверное. А может, у этой... Да их целые. Да, вот с этой стороны тоже идет. Ну ты тоже корми, может, тебе тоже подойдут. Вон еще одна бежит с той стороны. Протяни, протяни ручку. Все, просто протяни. Не шевелись. Сейчас подойдет. Ой, вот идет к тебе, Адель, твоя подружка идет. Ты попробуй ей не очень давать. Она уже знает. А здесь две штуки, Адель, у тебя. Где? Нет, не давай, руку протяни, она возьмет у тебя. Смотри, у папы как кушает. Только потихоньку голову только поверни. Адель, смотри, у папы как кушает. Она земляные орешки кушает, да? Адельчика, смотри, вот так давай, как папа, земляные. Они, оказывается, далеко не уходят. Ой.
Ой, у папы она вообще присела, Адель. Ты вот так аккуратно, не шевелясь, сиди, она будет с твоей ручки по одной кушать. Протяни и молча сиди, как папа, смотри. Она решила все съесть, да, Марат? Сиди, сиди, не шевелись, сейчас она еще придет. Ну все, она доверие к тебе уже взяла. На горд еще, как собачка, да, такая? Ну, она, видимо, что-то уносит, запас. Закопала? А, Адель, смотри, она закопала. Хитрушка, да, запасы делаешь? Смотри на меня. Сняла я. Адель, смотри, как она кушает. Иди к папе, возле папы сядь. Она такая ручная уже белочка. Руку протяни. Протяни руку. Как мило. Палец ест. Давайте, давайте ей еще. Трусь. А, Аделькин орех. Хитрушка. Ну все, она его унесет, конечно, далеко куда-то прятать. Вон она. Все. Смотри, как она бежит с такой скоростью, вон та белка. Это она уже к папе привыкла. А что она любит? Сейчас весь. Они еще, оказывается, обманывают. Сначала делают. Ой, Адель, тебя с трех сторон окружили. Руку протяни, обе руки. Вот сзади идет. Держи, держи руку. Все, они тебя со всех сторон окружают. Сзади еще. Руку протяни. У Адели две белки, смотри, с двух сторон. Боже. Нет, она на свой, сама на целлофан какой-то нарвалась, на пакет целлофановый. Дюня, сейчас тебя этот, со всех сторон они атаковали. Руку протяни, ладошку протяни. Не бойся, они сзади тебя, она тебя изучает, сзади сидит. Ой, деловая. Ну вот они поэтому ложные эти и делают гнездышки. Пап, мне нужно огурец взять. Ой, огурец взяла, да? Да.
Все. Понесла огурец куда-то на дерево себе. Все. Куда ты его понесла? А, смотри, где она сидит, Адель. Смотри, как она огурец шлякает там наверху на ветке. Все запасы Аделькины будет кушать, да, сейчас? У нее там столько еды. Иди поближе туда к своему гнезду. Сиди, сиди, руку протяни. Она думает, что у меня.